танцевать прямо на стуле. Держим за ручки. Спасибо за поддержку. И поехали дальше. А он ничей. Судьба. Сегодня замечательный праздник. Праздник признания ваших заслуг и уважения вашего жизненного опыта. И как не хочется вспоминать о возрасте. Давайте так, мы предлагаем День пожилых людей именовать Днем мудрости
и восхищения, днем добра, любви, музыки и зажигательных танцев. Танец морячки от студии восточных танцев «Ориенталь». Встречайте! Чувства – это отражение опыта и мудрости, труда и забот, нежности и доброты, огромной, всеобъемлющей любви и духовной силы. Для вас сегодня звучат ваши любимые песни. Встречайте, для вас поет Олег Черватюк. Смерть,
Зашел.